Блять, вот нахуй дебил, блять. Якобы компания, которую возглавлял мой сын, была создана изначально только для обналичивания. Защита обвиняемого заказала экспертизу. Она признала, что сделка... Блядь, вот блядь, ёбаный дебил, блядь.
Опа! Ебать! Раз, два, три, четыре, пять. Пиздец, мы попали. Что вы поперлись? Вообще или что дурные, или что? Я в шоке. Это вообще потерянные, конечно. Ты чё, блин, творишь? Ни хрена себе! Ты видела? Ах, блядь! Не осталось.